Es pats esmu ķīmijas maģistrs pēc izglītības, bet arī esmu apguvis fiziku tādā mērā, lai varētu mācīt skolā. Un 5 gadus esmu bijis fizikas skolotājs. Man ir 2 dēli, 9 gadi un 4 gadi. Меня зовут Валерия Гольдина, я ведущая в лабораторию и студентка второго курса РТУ. Одна из моих первых профессий – это была аниматор. И просто, когда я уже начала учиться в университете, я подумала, что я бы могла больше связать со своей будущей профессией – актер или какой-нибудь организатор. Трубочку одну возьмите. Попробуйте размешать. Поднимите выше. Я имею в виду... Parasti priekšnesumi top kaut kur starp 12 naktī un 6 rītā. Nu, tā, vairumā gadījumā, ja, ņemot vērā, ka ir ikdiena diezgan piepildīta ar visu kaut ko. Līdz ar to, tajā laikā mūsu bērni guļ, bet viņi nāk uz mūsu priekšnesumu, redz tur visu. Varēs vai nevar, kā šitos, ne? Minus 196 grādi, ļoti ātri. Jā, ļoti ātri, bet vienīgais kas, nu kā, nav augsts vai ir augsts kāpēc? Un tā. Liekam iekšā mutē un veikli varam haupt. Rūpēs vienu pēršu vēl jādu. Там как бы это действительно полет души и импровизация. Большой или небольшой мандраж все равно есть. Первый раз было, конечно, очень страшно, но как-то вот ты внутренне собираешься, и когда ты уже открываешь кулисы или выходишь за этот стол, ты отключаешь все свои страхи, и ты становишься профессором или просто студентом, который излагает информацию для детей. Мейская лаборатория. Esam par to, lai pēc iespējas vairāk cilvēku, bērni, zinātu, aizrautos ar zinātni, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, jebkuru no šīm te jomām, ar mērķi, ka mūsdienu pasaulē ļoti pietrūks cilvēki, tehniski domājuši cilvēku. Bet labi, protams, ka šādu paštaisīt draugu, bet no ķīmiskiem traukiem nedrīkstē. Jā, no zvaniņš, ne krūta. В том плане, что если посмотреть на улыбки детей, они были радостные. Мои родители? Да. Очень приятно получать отдачу от детей, когда ты видишь их эмоции, мы им отдаем эмоции, мы им дарим эти эмоции, и они дарят им обратно.